это Фрэнсис Нгану, но это, наверное, скорее всего, такая история маловероятная, потому что человек заработал большие деньги в боксе, и если его заинтересует, он согласится, я буду просто счастлив, да, провести с ним поединок. И второй это у нас самый Хант, Марк Хант, да. Это тоже очень интересный парень, хороший ударник, с большим бэкграундом в смешанных единоборствах, его в K1 тоже было бы очень интересно.